День добрый всем, с вами снова я, Макс, и продолжаю проходить Shadow Warriors, остановившись на том, что мы победили еще одного брата нашего спутника Ходзи, забрали его ки, и похоже, что-то какая-то новая у нас способность, наверное, скорее всего, появится. Вот, в общем, остался последний кусок меча, и он находится у Зилы. Вот, оказывается, Зил уже тоже с демонами в сговоре был. Но, по-моему, вроде они там разошлись или не разошлись. В общем, суть в том, что, похоже, это последняя арка, которую мы сейчас и начнем. Глава 12. Кое-кто из нас научился не жечь мосты. Не глава, заметьте. Ходзи! Are you kidding me? I'm sorry. These portals aren't very precise. You suck. Do you enjoy dropping me like that? Just trying to land you in the air. It beats materializing a couple feet underground. Your logic is sound. Thank you. Бум-бум-бум. Какие деревья классные. Окей, да ладно. Не пройти и не проехать. Здесь ничего тоже нет. Здесь, видимо, для... Точнее, не для этой канатной дороги. Какой-то... Ну, не курорт, а... Тоже ничего нет. Вот. Так, как пишешь, сделаю. А то, по-моему, игра громковато, хотя. Не особо ты болтать. Нечем. Здесь тоже ничего. Тут открыто. Такое ощущение, будто он вот, по сравнению с этим приседкой. Ну да ладно. Карим. Иди сюда. Ага, я их вижу, я думаю, они полностью невидимые. Что мы будем качать? А катанем удар по волну. Больше все равно нечего. Ролик. Сердце осталось, которое нам не нужно. Так, следы снегохода по любасу. Ты чё, бессмертный? Роликов не люблю. Ой, блин, я ж думал, что упал. Надо бомбочками или пучками запинать. Ничего с ним не случилось.
I think Zilla might be in trouble. He's the one that kidnapped the Whisperer. Better luck in your next incarnation. Что за 3 звезды? За что? Делай. Мне нужно, скажем так, больше мелкого народа. Вас нужно зайти и открыть. Требуется зеленая карта ключ. Где интересно? Точно не здесь. Надо, наверное, потихоньку в бег вкладываться. You think he'll be happy to see you? I think we'll be lucky if we, or I don't get incinerated. Not this shit again. В принципе, звездочки летают. Так. Коробка ничего, куда тебе? Тоже ничего. Помогите, меня держат в плену на фабрике видеоигр. Так себе секрет. Сколько я вам? Тоже ничего. Где монстры? Хочу монстра. Так, ничего нету. Ничего. Он вниз летит. Где?
Where did you study? Kung Fu or Us? Все. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Сердце возле меня взорвалось. Блин, звездочка, хрен попадешь. Так, здесь больше ничего нет. Садимся в тачанку. Welcome to Zilla Industries Automated Transit System. The time is 4:16 p.m. Outside temperature is negative 15 degrees Celsius. Inside temperature, 22 degrees Celsius. Please remain seated for the duration of your travel in Zilla Industries Automated Transit System. Follow safety instructions and wait for assistance. In case of evacuation, high-value personnel will be prioritized. To maximize personal safety, Zilla Labs reminds you to wear protective gear at all times while in the compound. Zilla Labs. Твою ж. Я так понимаю. Надо просто вперед смотреть и стрелять по всему, что движется. Хотя, может быть, это мне шанс дали, чтобы... Куда пойти? Как-нибудь? Нет, никак. Скорее всего, возвращаться просто надо будет. Welcome to Zilla Industries Automated Transit System. The time is 4:16 p.m. Outside temperature is negative 15 degrees Celsius. Inside temperature, 22 degrees Celsius. Please remain seated for the duration of your travel in Zilla Industries Automated Transit System. Follow safety instructions and wait for assistance. In case of evacuation, high-value personnel will be prioritized. To maximize personal safety, Zilla Labs reminds you to wear protective gear at all times while in the compound. Zilla Labs is proud of its flawless safety record. Violating posted safety regulations may result in... Да твою же... Ненавижу, когда... Тир. Вот. Я ненавижу тиры. Потому что ты не можешь увернуться. Самое забавное, вот я подхожу сюда и не могу выстрелить. Outside temperature is negative 15 degrees Celsius. Inside temperature, 22 degrees Celsius. Please remain seated for the duration of your travel in Zilla Industries Automated Transit System. In case of emergency, remain calm. Follow safety instructions and wait for assistance. In case of evacuation, high-value personnel will be prioritized. To maximize personal safety, Zilla Labs reminds you to wear protective gear at all times while in the compound. Zilla Labs is proud of its flawless safety record. Violating posted safety regulations may result in... Да кто ж меня?
Так, ладно, придется, похоже. Welcome to Zilla Industries Automated Transit System. The time is 4:16 p.m. Outside temperature is negative 15 degrees Celsius. Inside temperature, 22 degrees Celsius. Please remain seated for the duration of your travel in Zilla Industries Automated Transit System. Follow safety instructions and wait for assistance. In case of evacuation, high-value personnel will be prioritized. To maximize personal safety, Zilla Labs reminds you to wear protective gear at all times while in the compound. Zilla Labs is proud of its flawless safety record. Violating posted safety regulations may... Вот на одном и том же месте. Чем он убивает-то, интересно? Может быть, все-таки пистолетиком тогда? Блин, это самое легкое место в игре, а я его пройти не могу. Welcome to Zilla Industries Automated Transit System. The time is 4:16 p.m. Outside temperature is negative 15 degrees Celsius. Inside temperature 22 degrees Celsius. Remain seated for the duration of your travel in Zilla Industries Automated Transit System. In case of emergency, remain calm, follow safety instructions, and wait for assistance. In case of evacuation, high-value personnel will be prioritized. To maximize personal safety, Zilla Labs reminds you to wear protective gear at all times while in the compound. Zilla Labs is proud of its flawless safety record. Violating posted safety regulations may result in... Да что ж меня убивает-то? Может вообще забить? Вот. Еще по бомбочкам очень тяжело попасть, просто хоть убейте. Welcome to Zilla Industries Automated Transit System. The time is 4:16 p.m. Outside temperature is negative 15 degrees Celsius. Inside temperature, 22 degrees Celsius. Please remain seated for the duration of your travel in Zilla Industries Automated Transit System. Follow safety instructions and wait for assistance. In case of evacuation, high-value personnel will be prioritized. To maximize personal safety, Zilla Labs reminds you to wear protective gear at all times while in the compound. Zilla Labs is proud of its flawless safety record. Violating posted safety regulations may result in termination and/or incineration. Zilla Labs, where the innovation of today is the future of tomorrow. Это не все. Welcome to Zilla Industries. Have a safe and productive day. Нет, я хочу обратно. Ладно, придется идти туда, куда меня гонят. Lo Wang, I thought you were dead. I won't die until I get the order from you, sir. Are you safe? How did you get here? I chartered a helicopter. You
charted out. Things got pretty hairy at the shipyard, sir. Did you see Kyokagami? I haven't been able to raise them at all. We got separated. God damn it! These creatures are everywhere. All my men are gone. Are you concerned about the sword, sir? I have two of them here. You have... what? I was able to retrieve Mizuyaki's and the one from the Manticore. If we survive this, I'm going to make you a very rich man, Wang. Sounds good to me, sir. Finally, one thing in this godforsaken world goes my... No! It's gone into quarantine. Find someone with override clearance. Yes, sir. Лол, Ван. Настоящий. Some of us have learned not to burn bridges. My family may be volatile, but there's a lot of love there. Really? Okay, no. Go ahead, rub it in. Лол, Ван настоящий самурай, если только им не притворяется. We better find this Nakamura. Hope he's still alive. Но я могу вернуться обратно. Турель как хорошо. Я думаю, если бы с ними вручную разбирался, мне, наверное, звезд бы побольше дали бы. Точнее, не звезд, а сюрикенов. Нам туда, но я туда не пойду, я пойду обратно. Бежать далеко. Где все монстры там? Странно, что здесь ящиков с оружием нет. Здесь будет.
О, розовые. Диванчик. Во все боковые туннели надо сходить, потому что... Мало ли что. Конечно, со светом здорово все. Ну, в плане освещения. Я последнее время, даже то, что последнее время много наиграл старые игры. И даже такой движок относительно уже старенький. Вызывает у меня хорошее впечатление. Так, что-то я очень долго никого не стрелял. Я, конечно, понимаю, что сейчас были монстры и все такое, но тир это не мое. Успел? Science in action. Lovely. The rumors are true. What rumors? People said Zilla had some fortress way up in the mountains. They said he had alien spacecraft, missing evidence from the Kennedy assassination. No one ever found it, though. No one who stayed alive afterwards. He is a stickler for security. You have to have standards.
Я так подозреваю, потом все двери откроются и монстры пойдут на меня. И Ло думает, что вот здесь спрятана тарелка. Типа это зона 51. Trying to make in here. Так, как спуститься-то? Я потерялся. Breathe that in. Oh, no, 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 no. Все, потом скорость пойдет. Эх, не успел. Хотел шифтануться. Умирать.
только не вылетай. Так, немножко вылетела у меня игра, пришлось перезапустить. Слава богу, контрольная точка здесь, рядом. Так, стрелы скоро закончатся. Вернее, бомбочки. Ну, стрелы. Стекло. Странные, конечно, какие-то в мопуске. Так, секретов вроде здесь не наблюдается, поэтому... This could come in handy. О, господи, ничего не видно стало. Я думал, ниндзя маска. Почему сюда не проникает? Ладно. Так. Печенье давно не попадалось. Сразу два. Избавились. Так, нужен дробаш.
Нифига себе. Чувствую, здесь мне будет очень тяжело. Прям адски тяжело. Одного вот было легко и долго пинать, а двоих будет и тяжело и долго пинать. Сейчас нужно придумать какую-нибудь тактику. Я пытаюсь еще начивку отработать, но думаю, не стоит, наверное, начивку здесь. Думаю, мелких нужно сразу прям пинать.
попробуем просто в лицо. Chill out. Smells like baby farts in here. Конечно, пахнет как раз. Страшно жить.
сейчас по всем этим помещениям нужно будет пройтись. Все собрать. Уронил милостерян душек невсением. Скорее всего, невсением. Если честно, побыстрее от этой маски избавиться. Да, рядом как только все комнаты зачистишь, немножко динамика падет. Падает игры. Я так Doom последний играл. На эти все секреты забил и просто пошел вперед. Так, пора, наверное. Да. Быстрое восстановление. Да, в передвижении нужно. Так, где же вообще? С чем вот запасные не мешается? Наверное, на запас энергии пойдет сначала.
Так, все открыто, мы сейчас почти все. Нифига не видно. Если бы это все дело не мигало, то я бы все просто пропустил бы. Professor Nakamura, I presume. You could come in handy. There you go. I knew you'd get ahead in this business one day. If we survive this, I'm sending you out on the road. They'll love you in Saskatoon. The comedy town. Так, а куда вернуться можно? Где эта лестница сраная? Разбиться немножко. Так, разверни. Мне нужно вернуться, похоже, в ту локацию, где... Прям как в Думе. The only thing worse than a friend who tells bad jokes is a friend who tells bad jokes inside your head. Did you just say we were friends? Best friends? If I killed myself, would it kill you too? Please say yes. Yes. You're lying, aren't you? Yes. Блин, сколько здесь комнат, а? Дайте убивать и умирать. Я хочу немножко страдать. Давайте.
еще один. Все, бежали. Да, похоже, все. Я так понимаю, скорее всего, насос нужно включать. Не включается. Там, так, ищем мигающий золотой что-нибудь, с чем можно взаимодействовать. Так, наверх, наверх. Отсюда я вроде не пришел, но там и закрыто все равно. Ну, наконец-то. Маску, то она прям подзадолбалась, честно. How about you throw down a little seppuku action and save us both some time? Большой. Сейчас мы попробуем.
сейчас умрешь. Your next incarnation. Так, там мы были. Да нам не надо. This works. Конец уровня. Долго. Ой, 8 смертей, офигеть. И все почти в одном и том же месте. Ну ладно, 5 пеньков. Ладненько, всем пока, сидим.